Благотворительная акция «Доброе сердце» в Видновской школе номер 11 проводится уже 3 года с момента открытия. Это образовательное учреждение, единственное в округе, где существует детско-юношеская организация «Наши», волонтеры которой в этом году единогласно решили помочь Дому малютки города Видное. У нас была команда волонтеров, но мы никак не назывались. А в ноябре 2018 года мы уже официально назвали свою организацию «Наши». Мы сделали футболки памятные у всех одинаковые. И вот официально с 2018 года мы стали детской юношеской организацией «Наши». Мы как бы изначально вот с момента открытия привыкли жить креативно. Наша самая главная цель – это воспитывать детей патриотами в данном случае и любить, быть уважаемыми и творить добро. Сегодня в организации состоит 31 человек – ученики и выпускники 11-й школы. Они вместе с одноклассниками-учителями собрали более 10 коробок со всем необходимым Дому малютки, а также приготовили подарки для его подопечных. Мы с ребятами сами разработали эскизы, и каждый ребеночек у нас получит вот такую футболочку. Это от годика до 4 лет. Вот такие у нас футболочки, извините. Вот это наш новогодний подарок всем деткам. Активное участие в акции принял и управляющий совет школы. Татьяна Спирина не только как его руководитель, но и как начальник местного территориального отдела привлекла к мероприятию внимание общественников. Для нас это оказалось очень важным. И уже как руководитель тир-отдела мы не только приняли территориальным отделом своими сотрудниками участие в этой акции, а также привлекли к участию в акции еще наших предпринимателей, которые находятся на территории нашего микрорайона. В период пандемии помощь Дому малютки, она крайне необходима, поскольку там находятся детки, которые остались без попечительства родителей. Поэтому сделать им приятное в преддверии Нового года, я думаю, это большое добро для них будет. Всего в Дом малютки активисты привезли около 20 праздничных коробок. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.